Непогода продолжает бушевать в регионах Казахстана. Ночью на западе страны удалось вытащить из снежной ловушки сразу 15 фур. Застряли они неподалеку от границы с Россией. Спасатели смогли добраться до места только через сутки после сообщения от дальнобойщиков. До ближайшего поселка от дороги 55 километров. Спецтехника пробивалась к фурам сквозь двухметровые сугробы. К моменту спасения у водителей уже закончились запасы еды. Но обошлось без серьезных последствий. Люди целы, накормлены и уехали с сопровождением. Сегодня в регионе все дороги открыты. Буран, который бушевал 3 дня, стих, погода наладилась. А вот в Акмолинской области спасатели предупреждают, что еще как минимум сутки будет идти снег, и просят автомобилистов внимательно следить за сообщениями от ДЧС. Здесь минувшей ночью эвакуировали с трасс почти 250 человек. Спасатели работали в 3 районах. Людей отправили в пункты обогрева.